Как медитация влияет на наш мозг? У нас есть частота гамма. Это частота, когда мы в очень сильном перевозбуждении находимся. Когда мы выпили 6 чашек кофе, вот представьте, ежесекундно вы пьете кофе, пьете кофе, пьете кофе, и у вас активное сердцебиение, повышенная частота реакции, движение, у вас обостряются образы, у вас обостряется аудиальное восприятие, кинестетика, вы начинаете двигаться, дергаться, и у вас такой зашкаливающий кортизол. Вот это такое состояние, которое называется гамма. Есть состояние альфа, есть состояние бета, есть состояние тета. И вот в состоянии, когда наш мозг начинает немножко тормозиться, когда мы переходим в альфа-состояние, когда мы переходим в бета-состояние и в тета, вот на стыке тета-состояния происходит погружение в транс. Это медитативное состояние. И получается, что мы очень активно, подвижно ведем такой яркий образ жизни, но не умеем затормаживать себя гармонично. Получается, влетаем в это состояние, у нас опускаются руки, мы ничего не хотим делать. А есть люди, которые вообще практически 24/7 живут в это состояние. Да, у них есть и гамма частями проскакивает, и бета, и альфа состояние. Но больше спокойствия. Они говорят о том, что они меланхолики, что они флегматики, что такой образ жизни. На самом деле нет. Это означает, что у человека, помимо его темперамента, в прошлом еще зажато очень много силы и энергии. Но медитация, если вы начинаете переключать себя в медитативное состояние, в состояние тета, и медитировать, если вы начинаете медитировать на завтрашний день, что завтра у вас активно все начинает получаться, и вы встали утром с нужной ноги, вы встали в нужном настроении, вы бодрый, активный, вы с радостью готовите себе завтрак, вы планируете свой день, вы купаетесь, напеваете какую-то песню, вы уверенно идете, шагаете на работу, общаетесь на работе со своими коллегами. Когда вы начинаете это все визуализировать в медитации, то вы в этот вариант переливаете огромное количество силы. Именно в этот вариант вы помещаете себя. И знаете, что будет завтра? Знаете, что будет завтра? Завтра вы получите именно это состояние. Именно завтра у вас возникнет предвкушение и ощущение праздника. И получается тогда гамма, альфа, бета состояние не работают? Работают. Но вы программируете себя. И можно это сделать качественно с помощью медитации, с помощью практики. Давайте прямо сейчас попробуем это сделать. Что нам стоит просто попрактиковать? Закройте глаза. Сонастройте свое дыхание, сделайте его ровным и глубоким. Вдох, выдох. Прекрасно. Сфокусируйтесь на завтрашнем дне. Представьте, что в завтрашний день переливается сегодняшнее ваше внимание. И как будто вы встаете, и вы полностью выспались. Вы купаетесь, принимаете душ и напеваете радостную песню. Представьте, что у вас яркий формируется план. Представьте, как вы кушаете полезную, вкусную еду, за которую ваш организм будет вас благодарить. С какой нежностью, любовью, добротой вы относитесь к людям. Как вы идете на работу и слушаете любимую музыку. Ваши коллеги светятся, и вы точно так же светитесь от счастья. И у вас образовывается активность. У вас приходят гениальные яркие идеи, вы их записываете. У вас чудесный день наполнен яркими событиями, мыслями, благодарностью, спокойствием. Как вы приходите домой, у вас много-много энергии. Вы готовите, общаетесь с друзьями, созваниваетесь с родственниками, и силы сохраняются. И вы с чистой душой, уверенностью идете, ложитесь спать, вам снятся яркие осознанные сновидения, и ваш день прекрасен, потому что вчера вы его сформировали. Открывайте глаза.
Вот так формируется ваша реальность. Но вы это делаете на фоне внутреннего диалога. А необходимо делать осознанно, с помощью практики, с помощью медитации. И не обязательно садиться в тета состояние, чтобы медитировать. Можно и в гамма состояние медитировать, когда вы бежите, занимаетесь разными процессами. Я завтра проснусь, и я буду бодрым. Я завтра все свои планы реализую. Я вот это сделаю. Вы можете и в бодрости забрасывать удочку вперед. Потому что, может быть, ваше сознание не знает, как это все сделать. Но ваше мудрое бессознательное знает, как это сделать. Вам следует просто ему довериться. Доверяйте себе, своей душе и своему сердцу. Потому что самое драгоценное, что есть в нашем мире, это вы, ваша внутренняя экология духа, души и любовь по отношению к самому себе. Уважайте себя, свою жизнь и благодарите себя за то, что вы есть и за то, что вы все можете. И медитируйте вместе со мной.